В последнее время Никита Михалков, как говорится, пропал с радаров и даже не посетил кинопремьеры своих детей. Естественно, что журналисты попытались выведать, что же происходит с Никитой Сергеевичем у его дочери Надежды, но она ушла от ответа, и все это порождает слухи о его болезни. Но, как оказалось, это не единственная проблема режиссера. Оказывается, суд Украины заочно арестовал Михалкова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность страны. Так что Никита Сергеевич уже как бы под арестом.